Добрый день, с вами канал «Видкрытый» и программа «Hello Body». Меня зовут Светлана Кулакова, я тренер йоги. Предлагаю вам сегодня комплекс для бодрости и утреннего пробуждения. Ну что ж, начнем. Ставим стопы вместе, соединяем большие пальцы ног и будто вкручиваем стопы в пол, вращая бедра наружу. Прижимаем здесь крестец, прижимаем нижние ребра, макушечкой вытягиваем себя вверх, плечи расправляем назад и вниз, толкаем пальчики рук вниз и вытягиваемся тадасана, поза горы. Дышим свободно, вдох. Отсюда, оттопыривая таз, прогибаемся, соединяем вместе лопатки, уводим локти. С выдохом, подворачивая крестец, соединяем локти и мизинцы, опускаем макушку. Снова вдох, прогибаемся, взгляд вверх. И выдох, скругляемся. И снова вдох, сдвигаем вместе лопатки. Выдох, растягиваем. Снова вдох. И выдох. И последний вдох. И выдох. Отсюда отпускаем руки, уводим их в стороны. Вдох. С выдохом вытягиваем себя в диагональ, будто вы пытаетесь руками себя растянуть. Вдох в стороны. И выдох в другую. Взгляд из-под руки вверх. Вдох. И выдох. И еще вдох. Улыбаемся себе. Выдох. Вдох. Выдох, вдох и последний здесь, выдох, вдох и выдох, опускаем ладошки себе на плечи, фиксируем макушечка прямая, вдох, таз на месте, выдох, скручивая вправо, взглядом следим за правой рукой, таз зафиксирован, вернулись к центру, вдох и выдох влево, и еще вдох, выдох вправо, взгляд за рукой назад, вдох. И выдох влево, таз на месте, вдох еще, выдох, вдох, выдох, вдох. Выравниваясь, захватываем себя ладошками за локти и уводим руки попеременно в стороны, активно включаем наши лопатки и плечи. Отпускаем за руками вверх, вдох. И выдох, опускаемся вниз, будто на стульчик, плечи толкаем вниз, толкаем таз назад и видим пальчики ног. Уводим колени назад так, чтобы вы видели пальчики ног, таз назад, будто вы садитесь на стул. И нижние ребра слегка подтягиваем, немного уплощая поясницу, снимая с нее нагрузку. Плечи опускаем вниз, мизинцы вращаем внутрь, вытягиваем макушку, подбородок слегка опускаем. Выдох, держим здесь, вдох. Выдох, дышим только носом. Вдох. Выдох и последний вдох. И с выдохом шагнули правой ногой назад, стопа под 45 градусов. Ноги опускаем не в одну линию, а на параллельные. Обратите на это внимание, если нужно, шагните левой ногой шире. Таз закрыт, смотрит в направлении передней ноги. Сзади стопа под 45 градусов прижата и прямая правая нога. Руки вверх, вдох, плечи вниз, выдох. Снова же ребра подтянули, крестец подвернут. Вдох и выдох, скручиваемся влево, взгляд за левой рукой. Вдох к центру и выдох снова влево. И еще вдох, выдох влево. Вдох и выдох влево, фиксируем взглядом, помогаем себе довернуться. Передняя рука смотрит большим пальчиком вниз, задняя ладошкой в потолок. Вдох. Выдох, раскручиваем себя к центру. Вдох. Выдох, опускаем ладошки на левое бедро и переносим вес тела на левую ногу, вытягивая себя в ровную линию. Правая нога прямая, от затылка к макушке ровная линия. Держим. Вдох. Выдох. Вдох. Если вам совсем легко и просто, можно выпрямить опорную ногу и ладони убрать к плечам. Выдох. Держим. Вдох. И выдох. Вернули ладошки на бедро, шагнули правой ногой назад и опустились на колено. Если ваши коленки больно, неприятно опускаться на пол, возьмите пледик, полотенечко, подушечку, подложите что-то под колено. Опустили ладошки на пол и пяточка к ягодице. Вдох, толкнули грудную клетку вперед.
Выдох, левую стопу натянули на себя. И еще вдох. И выдох, стопа на себя. Снова вдох. И выдох. И еще вдох. И выдох. Фиксируем стопа на себя, ладошки под плечами. Если вам тяжело, не дает растяжка опуститься глубже, можно приподняться и опустить ладони себе на бедра. И фиксируем вдох. Выдох, вытягиваем шею, продолжение позвоночника, подбородок слегка подтянули к себе. Вдох, плечи назад и вниз. И выдох, опускаем стопу на пол, правая нога на подъем. Приподнимаем корпус, подвернули таз и крестец. И за руками вверх, вдох, фиксируем. Выдох. Вдох, плечи назад и вниз, и можно увести взгляд в потолок, но голову не запрокидываем. Мы вытягиваемся макушкой вверх, выдох, вдох и выдох, уводим руки сзади в пальчиковый замок, выпрямляем замочек, точнее руки, держим вдох, выдох, не забывайте подтянуть нижние ребра, вдох, не перегружайте поясницу и выдох, отпускаем. Опираясь на руки, мягко подшагиваем правой ногой. Ноги присогнуты, живот на бедра, расслабили себя здесь. И с мягкой спиной раскручиваемся вверх. Вдох. И выдох. Свободный вдох-выдох и повторяем на вторую ногу. Снова вкручиваем стопы в пол, крестец прижат, ребра прижаты за руками. Вверх, вдох. И выдох, фиксируем себя в уткатасане. Толкаем таз назад, видим пальчики ног, нижние ребра слегка подтянули, плечи вниз, локти, мизинцы вращаем друг на друга, не зажимаем шею, держим вдох, выдох, вдох и с выдохом шагаем левой ногой назад на параллельную линию. Таз закрыт, смотрит в одну линию с правой ногой. Левая стопа плотно прижата к полу и левая нога жестко прямая в колени. Подтянули ребра, подвернули крестец за руками вверх. Вдох, вирабхадрасана, поза воина. И выдох, скручиваемся вправо. Вдох и выдох вправо. И еще вдох, выдох, вдох и выдох, фиксируем. Взгляд на заднюю руку, держим вдох. Передняя рука большим пальчиком вниз, задняя ладошкой вверх, выдох, вдох, выдох. Вернулись к центру, вирабхадрасана первая, вдох, плечи внизу, выдох, ладошки на бедро, переносим вес тела на правую ногу, выравниваем себя в одну линию от пяточки к затылку, вытянулись, держим вдох, выдох, вдох, если получается, выпрямили ноги, выдох, руки уводим к плечам, держим вдох. Выдох, опуская ладошки на бедра, шагаем левой ногой назад и опускаемся на колено. Перетекаем вперед, пяточка к ягодице, вдох, выдох, правая стопа на себя. И еще вдох, и выдох, еще вдох, и выдох, фиксируем ладошки под плечами, стопа на себя, плечи назад и вниз, вытягиваем макушку, держим вдох. Выдох, вдох, опускаем правую стопу на коврик, левая нога на подъеме, корпус вверх, вытянули себя за руками, ребра опущены, крестец подвернут, вдох и выдох, уводим руки сзади в пальчиковый замочек, выпрямляем руки в локтях, вдох, выдох, вдох и выдох, потихонечку отпускаем. И ложимся на спину. Если у вас есть кирпичик, книжечка или, возможно, тот же самый пледик, который можно сложить повыше, ложимся на спину и подкладываем кирпич или пледик под крестец. И ложимся, уводим ручки вдоль корпуса, ноги вверх. Можно их присогнуть в коленях. И отдыхаем таким образом 3-5 минут. После того, как вы отдохнете, мягко убираем из-под себя возвышение.
подтягивая коленочки, расслабьте еще немного спину и садимся. Бодрого всем утра и до новых встреч! Можете также посмотреть запись на нашем YouTube-канале.